Золотыми призерами в средней и старшей возрастных группах стали команды детско-юношеского физкультурно-оздоровительного центра города Сочи. Всего участие в турнире приняли 16 команд. Это победители районных соревнований. Поддержать юных спортсменов приехали более 100 болельщиков. В финале ребята жестко боролись за право называться сильнейшими в домашнем турнире. Победители городского этапа отправятся в Белореченск защищать честь города на зональных соревнованиях. Сочи участвует в турнире в 10-й раз.